Время начало седьмого. Пока поймал одного окушка на удочку. Вот здесь вот прям. Но, к сожалению, очень маленького. Отпустил его. Подонком пока тихо. Вот. Вот эти две донки, они там с кормушками. И одна донка стоит под сама с выползком. Ну, не знаю, что будет. Погода сегодня прохладная. Ну, комфортная, в принципе, для рыбалки. Вот на поплавок что-то так потихоньку иногда поклевывает. Может быть, сейчас еще удочку одну распутаю, попробую. Не знаю, селявку, может, плавлю, плотву. Ну, пока вот так вот. В общем, ждем сама. В общем, на эту донку клюнул подлещик. А вот там мышка вот сейчас пробежала. Клюнул на кусочек выползка. Ну такой. Не крупный, но и не совсем мелкий. Вот он. Сейчас я его покажу прямо на камеру. Ой. То есть шансы еще есть. Время 7 часов. Будем смотреть дальше, что тут будет. Мыши нас окружают тут со всех сторон. И слева, и справа бегают. Жаль, клев пока еще не совсем хороший. Поймали, в общем, еще сомика. Ну, конечно, ой, мелкий, конечно, он. Но бойкий. С усами. В общем, опять на выползка. Клюнул опять на том же месте, где и в прошлый раз. В общем, это не совпадение, но пока только мелочь попадается. Хотелось бы что-нибудь покрупней. Килограмм на 5. Было бы вообще шикарно. Ну, будем ждать. Еще у нас часа полтора-два. Посмотрим, может быть, они ближе к ночи вылазят. Помощнее. Ну, в общем, пока становится интересней. Смотрим, что будет дальше. Уже вот так настроение получше. И снимать природу охота. Двух рыбок поймал, уже радость на душе. Все-таки Дон интересная река. Интереснее, чем всякие платные пруды. Конечно, ловить тяжелее, труднее становится с каждым годом. Ну, на прудах вообще не интересно. Не, ну может быть раз в год попробовать можно, а так какого-то драйва нету. Ну что ж, уже где-то минут 20, наверное, 10-го. Ну, так и не случилось у нас поклевки. Еще одной настоящей саминой. В общем, поймал одного среднего подлещика и одного небольшого сомика. Больше, к сожалению, поклевок даже и не было. Ну... Кто знает, может быть, похолодало вот сейчас, вот резко стало холодней к ночи. Может быть, он вообще позже клевать начинает. И тут следует вообще всю ночь просидеть.
сложно сказать. Ну, в общем, собираю я последнюю удочку. И все. Но это место мне, конечно, прям по душе. Интересно здесь. Тут, конечно, ничего уже не видно. Ну, в общем, поймался еще один сомик. Тоже небольшой. Да. Тоже маленький. Но если есть мелкий сомик, значит, должен быть и крупный сомик, я так понимаю. Ладно, хорошо. Все, заканчиваем свой репортаж. Еще один мелкосомик. Вот буквально последний раз я достал удочку, и он там сидел. Не знаю, когда он клюнуть даже успел. Блин, может быть, это налимчик.